Всем доброе утро. Наш лагерь еще спит. Мне не спится. Я вышла встречать рассвет. Смотрите, какая красота. Рассвет на ограбе снов. Ограбе с водопад. И на его ограбе с ними. Зрелище очень красивое. Необыкновенное. Нам еще прыгнет. Как можно спать в такой красоте? Я все время задаю себе этот вопрос. Люди, проснитесь. Good morning. Wakey, wakey. Time to get up for breakfast. Всем доброе утро. Хорошего дня. Сегодня суббота. Завтра воскресенье, выходные. Еще раз всем доброе утро. Оля, Юра, Миша и Горюся. Последний отрезок пути до границы. Мы едем на Оксентрансвода. Остается несколько десятков километров вот по такой грунтовке. Но мы не жалеем, что мы выбрали этот путь, а не поехали на Пофедл. Здесь дорога, мне кажется, более живописна, чем если бы мы поехали по хайвей. Уже совсем близко граница. Настроение хорошее, погода, правда, с утра немножко испортилась, но все равно тепло. И сегодня у нас день, Юрин день рождения, поэтому надеемся доехать пораньше и отметить портфель. Чем отметить? Портфельном? Ну да, если сейчас на границе не отберут, а то у нас избыток спиртного. Ну, что будет, то будет. Сядем тогда и там прямо и выпьем вместе с этими. Со служащими границ. Еще и с утра был дождь. Первый раз за 4 года мы едем, чтобы нас Намибия встретила дождем. И вот, наконец, мы прошли нашу границу южноафриканскую, намибийскую, проехали пару километров и решили отметить на скорую руку Юрин день рождения. Но он совсем не градский. Вот смотри, какой он добрый, хороший. Гора Росс-Кварц. Куда завтра с утра у нас должен состояться маленький хайк до обеда, маленькая разминка, небольшой тренинг перед большим походом пятидневным по каньону. Вот эта верхушка горы, это все розовый кварц. Завтра мы будем выламывать куски и тащить домой из Намибии целые глыбы розового кварца. А? Да, это вот розовая гора с той стороны. Но там подъем не отсюда, оттуда, с той стороны пологий такой подъем. Подъем вверх. Не от дороги, а чуть-чуть туда вглубь. А то я говорю, я по такой отверстии не заберусь. Заберешься с альпинштоком. Не пробовали, но можно сбросить хотя бы большую глыбу одну, чтобы домой уплеть. На ваш. Дождь, не могу поверить, это вообще. А ты знаешь, сколько градусов будет? Сколько? 16. О, ну все. Ну, Оля, оденем шубы, поехали. Давай, конкурируем.